Так, друзья, рекомендуемые для мастер-класса артикулы состав лен 60 примерно, потому что немного разные лен, хлопок и шелк вот здесь в этом варианте. В этом варианте лен, хлопок и ПА, поэтому он бюджетнее 290 рублей за 100 грамм, 460 за 100 грамм. Пластика немного отличается благодаря тому, что крутка разная. Но посмотрите, как красиво смотрится полотно в одну и в две нити. Вот здесь у нас два сложения, здесь одно сложение. Ниточка такая структурная, тяжеленькая, висячая. Пластика льна полностью сохранена. Но при этом еще и хлопковая такая матовость. Здесь два оттенка: нюдовый беж, коин с персиковым тоном, и светлая разбеленная горчица. Вот эти два варианта. И вот этот вариант, этот артикул называется Тринидад, фабрика Линия Пью. Здесь у нас артикул фабрики Ланифицио Делля Лива. Называется он Рубен. В составе у нас 61% лен, 17% хлопка и 16% ПА. Тяжеленькая такая, на кольчужку похожа, чуть прозрачная, глянцевая ниточка. На солнце вообще, особенно в черном цвете, видно, как мерцает. Но они все такие одинаковые, просто виднее в черном. 4 оттенка. Фуксия, черный, небесный голубой, обалденный, и жемчужно-серый. Вот. Ниточка достаточно увесистая. Образец у нас здесь в два сложения. Метраж у него 850 метров на 100 грамм. Можно посмотреть, будет подмоты.